Накопительный водонагреватель Этмар Марина VFE50 имеет объем 50 литров. Этого объема достаточно, чтобы снабдить горячей водой небольшую семью. Корпус водонагревателя изготовлен из высококачественной стали. Бак имеет высокую степень защиты от коррозии благодаря стеклокерамическому покрытию внутренней поверхности бака и установленному магниеву аноду. Водонагреватель оснащен медным нагревательным элементом мощностью 1500 Вт. Максимальное время разогрева холодной воды до температуры 55 градусов составляет 72 минуты. На водонагревателе установлен регулятор температуры со встроенной защитой от перегрева, позволяющий регулировать температуру нагрева воды от 40 до 75 градусов. На декоративной крышке водонагревателя Этмар Марина VFE50 имеется ручка регулятора температуры и световые индикаторы включения. На корпусе водонагревателя установлен термометр, сетевой шнур в комплекте. Также в комплект входит предохранительный клапан. Он устанавливается на входном патрубке и защищает бак от избыточного давления и непредумышленного слива воды. Гарантия на водонагреватель Этмар Марина VFE50 – 3 года.